Дорогие жители совхоза, от себя лично и от канала «Спец» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всего, что нужно желать в такое время, к Новому году. Но учитывая то, что еще у вас происходит, хотелось отдельно пожелать бы, конечно, стойкости, крепкости, объединиться вокруг вашего истинно народного лидера Павла Николаевича, потому что это пример на всю страну. Вот сейчас мы видели, как совершенно незнакомая женщина подошла к нему и со слезами, наверняка будет этот материал у вас, начала его благодарить. Это было настолько трогательно и искренне, что это не просто руководитель, это ваша защита и опора. А так, с Новым годом, счастья, здоровья, хорошего настроения.